Александр Владимирович Кондратьев, тренер «Кристалла» по итогу матча против «Авроры». Во-первых, поздравляю с победой, 1-0. Во-вторых, как оцените игру? Потому что, ну, скажем так, второй матч подряд, когда у команды есть проблемы с реализацией. Что с этим делать, тем более в преддверии Кубка? Ну, на самом деле, такое двоякое впечатление, да, то есть вроде на мяче мы были, ну, минут, наверное, 30 на мяче точно были. То есть создавали моменты, то есть, но не забить. То есть один гол вымучили, и все, и дальше не шло, не шло. И, соответственно, у команды соперника, да, там у «Авроры» были, ну, наверное, момента три таких 100%, которые могли, да, там, доставить нам неприятности. Это хорошо, что вратари сыграли у нас сегодня так удачно. Но, опять же, не знаю, такое двоякое впечатление. Вроде на мяче хорошо, вроде владели мячом, но вот эти моменты, они немножко пугают, да, и то, что мы там не можем забить свои моменты, ну, опять же, сделаем выводы и подойдем к кубку, я думаю, что в лучшем состоянии. В то же время отдельно хотел спросить про игру вратарей. Два матча на ноль, наверное, это хороший результат, или, ну, в данном случае где-то так испарина со лба уходила. Вы уже сказали о том, что у «Авроры» тоже были моменты, но, тем не менее, выдыхали в этой игре. Ну, да, опять же, на самом деле, две игры на ноль, они, с одной стороны, тоже немножко пугают, да, потому что, ну, всегда спасать, как говорится, невозможно. Но, с другой стороны, радует, что мы даже там при 100% моменте у нас вратари не выключаются, работают до конца. Двоякое впечатление от сегодняшней игры. И на самом деле сделаем выводы, и я думаю, что будем сильнее. Сегодня показалось, что достаточно неплохо вас «Аврора» потрепала. До Кубка остается не так много времени. До этого финала четырех. Успеете ли восстановиться? Или, грубо говоря, сейчас «Кристалл» находится в таких кондициях, которые, в принципе, да хоть каждый день матч играет? Не, на самом деле, ну, правильно вы сказали, что мы сейчас, ну, по большому счету, выходим на тот пик, к которому стремимся, да, и вот эти вот игры на кубок, мы, опять же, мы к ним готовились, мы подводили команду к этому турниру, да, и к заключительной части чемпионата. На самом деле, ну, одна игра в неделю – это хороший такой цикл, который дает нам хорошую почву для подготовки к кубку. И на самом деле сегодня была задача победить, но и вторая задача стояла, чтобы никто не сломался, никто не удалился в преддверии плей-офф. То есть, ну, мы выполнили на самом деле все задачи, да, там не забили больше голов, но, как говорится, наверное, оставили на другие матчи более важные. Ну что ж, желаю, чтобы действительно голы в нужных матчах пришли, ну и, соответственно, пришли и победы. Спасибо вам и удачи на Кубке. Спасибо.